Привет, меня зовут Тимофей Данишевский, вы на канале Мистическая Корпорация. Друзья, вот и начался 2023 год. И, как обещал, я выбрался, и в феврале, то есть сейчас январь, в феврале уходит видео. Я выехал прямиком с Москвы, добрался до Пензы, и еще от Пензы отъехал где-то приблизительно 180, где-то около 180, около 200 километров, чтобы попасть в этот дом. Но перед этой историей самый важный момент. Хочу вам напомнить, что запомните вот эту маску навсегда, ну, насколько сможете, потому что это не дар ГОСТ, это не паранормальная точка, это Тимофей Данишевский с канала Мистическая Корпорация. И как я вам всем обещал, наступает этот момент, когда от маски приходится избавляться. И так уж случилось, что этот день именно сегодня. Многие из вас уже очень давно хотели увидеть мое лицо, и, собственно, вот он я, мне скрывать нечего. Расскажу вам об этом доме. Он жилой. Сейчас, когда я вам покажу, что здесь вообще происходит и как здесь вокруг, вы это поймете. Люди здесь не находятся. Единожды ночевали в этом доме и видели странные образы в тени, когда на кухне горел свет. Также слышали странные звуки. Плюс к этому, они насторожились и решили вот рассказать, написать мне на почту, то есть, если быть точнее, это в Инстаграме, эту историю. Сегодня я подготовился, взял все, что можно, все, что мог взять вообще из того, что у меня есть. И сейчас я вешаю камеры по дому, или, возможно, немного подожду, и будем просто анализировать. Сегодня чисто анализ данной локации, чисто выявление сущности, если она здесь имеется, и будем наблюдать за этим. Провоцировать я ее не буду использовать свисток, не буду ничего использовать. Теперь я думаю только об одном. Я хочу вступить в контакт с сущностью, найти с ней общий язык и вообще проверить то, что бывают ли они вообще разумны, максимально разумны, без агрессии, без каких-то нападков, как это очень часто происходит, не говоря уже про демонов. В общем-то, приступаем. Так. Сегодня мы будем использовать вот такую чудную штуку. Не знаю, почему я ее раньше не использовал, но скотч решает. Реально решает. И первую камеру я установлю вот в этой комнате. Это у нас кухня. Здесь она будет, надеюсь, будет наблюдать за всем, что происходит здесь, в этой комнате. Пока я устрою себе, скажем так, небольшую штаб-квартиру вот в той комнате. То есть в зале в основном. Я сейчас там расположусь, налью чайку. И эта камера будет со мной постоянно. Так что сейчас я установлю для начала камеру в этой комнате. Периодически, наверное, мне будет нужно менять батареи, поэтому иногда ракурс, то есть, ну и картинка может измениться. Сами понимаете. Так, кстати, я обнаружил, что здесь есть свет, включил пробки, но сущности, они действуют в темноте более активно, поэтому я, наверное, оставлю лучше прожектора на минимальном свете, чтобы и камера как бы видела, что происходит. Так будет лучше. В этой комнате, возможно, останусь с этим светом, но мы сейчас посмотрим, что будет дальше. Готово. Так, камера в этой комнате, камера на кухне, в коридоре. Я даже туда выходить не буду, не важно, что бы там ни происходило, там слишком холодно в доме-то, но там будет слишком не по себе мне.
Ну вот. Да, связи здесь абсолютно никакой нет. Ну, вообще нет связи. Уже сколько вот сейчас? Аккумуляторы я поменял. Одни уже, то есть, сели аккумуляторы. И у меня осталась всего лишь одна пара аккумуляторов. И, сами, как бы понимаете, здесь у нас 2,7. Не знаю, видно ли вам. Здесь всего лишь 2,7. То есть плюс 2, плюс 3 градуса. Это очень холодно. Вот уже. И, кстати, оно постоянно скачет. То полтора, то два, около 3. То полтора градуса, то около 3. Ну, может, это за кофе, потому что я открыл. Также я включу рацию. ЭГФ больше нет. Я его забыл по ходу на съемках. И, скорее всего, в отеле. Где-то валяется там. И мне пришлось заказывать новый. Здесь кто-нибудь есть? Кажется, здесь еще мыши. Поэтому создается впечатление, что да, что-то начинается. Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Тихо, 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 тихо. Не получается открыть его. Блин, чем его открыть? Это мыши, что ли? Интересно.
Очень интересно. Ну, пока что это все похоже на обычную активность. Кто здесь? Чего? Вы слышали это вообще? Я ее вешаю на себя сразу же. Мы теперь без нее никуда не будем ходить, раз получается так. Тихо. Черт. Ну-ка, стоп, фонарик. Что-то странно себя все ведет оборудование. Так, я так понимаю, у нас чайник только с притынок, да? Да, это он. Так, ладно, активность мы наблюдаем с вами. Я сейчас камеру не буду крепить. Прям на пол оборота максимум. Сделаю это. Даже не буду ничего делать. Я ее просто поставлю на себя, Моник. Выдвину. Этого будет достаточно. Так. То есть ничего нового, мы наблюдаем всю ту же активность, как и всегда. Плюс рация, выходило что-то по рации на связь. Но это очень странно, потому что никаких ответов мы не получили. Еще одна. Тихонько. Тихо. Посмотрите. Она за свое.
это вот именно то, что я искал. Но как обидно, что здесь уже камера на пределе. Уже оранжево мигает. Нужно следить дальше за этим всем. Сейчас. Твою мать! Если это ты делаешь, ты можешь что-нибудь сказать, можешь подать знак, как ты делал до этого. Если ты можешь, то подай знак. Есть. 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 Дыхание? Это дыхание было, да? Это похоже на дыхание было. А первое было похоже, мы его разберем. На что было первое? Вот оно опять. Снова это тот же звук, который был сначала. Дико замерзаю уже, друзья. Ты можешь общаться словами или хотя бы стуками. Если два раза, то это да. Если один раз, то это нет. Ты давно в этом доме? Походу, я не знаю, короче, он не отвечает по рации на ответы, даже с скрипами, стуками. И мне становится еще более интереснее здесь находиться. Но я очень надеюсь, что мне хотя бы еще... Очень надеюсь, что камер хватит мне еще хотя бы на час. Это похоже очень. Это очень похоже на дом. На проклятый дом с демоном. Когда я был в 2021 году. Наверное, да. Надо свериться с тем видосом и посмотреть. В принципе, очень похоже все. Камера такой звук делает? Или газ? Газ точно закрыт? Фух.
А то бывает такое, что они и газ могут тут приоткрыть. Чего? Все. Камера в ноль. Камера в хлам. Камера в хлам, а у нас все продолжает твориться. Так. Так, 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 так. Хватаем эту камеру. Эту камеру срочно. Черт возьми. Тихо, 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 тихо. Грома. Беру с собой. Погодите. Сейчас, 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 сейчас. Я ее накрою, прицеплю. Куда, куда ее зацепить? Сюда зацеплю. Так, ребят, боюсь сейчас. Та камера тоже в ноль. Я буду тянуть сейчас время, как могу, чтобы еще максимум заснять в этом доме. Я не уверен до конца, но мне очень кажется, что он говорит «уходи». Или оно, что бы это ни было. Постоянно какие-то непонятные куски, слоги, что ли, как это назвать. Опять. Заседаем сюда. Заседаем. Вот, короче, у меня сегодня будет дикая ночка. По-видимому. Нужно батареи закупить еще. А, руки не могу. Отлично. И как раз в тот момент, когда камера села. Пожалуйста, вот и не стал ставить камеру в коридоре. Все это походу пока, ребят. Камера уже почти в ноль.